Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Мы сейчас выполним упражнение 90 на странице 50 учебника по русскому языку для первого класса автора Климановой. Знаете ли вы, чем знамениты Кирилл и Мефодий? Запишите предложение, подчеркните имена собственные. Как их надо писать? Кирилл и Мефодий создали азбуку для славян. Запишем это предложение. Первое слово пишем с заглавной буквы. Кирилл, удвоенное Л, и Мефодий, заглавной буквы, создали азбуку для славян. В конце предложения ставим точку. Имена собственные Кирилл и Мефодий. И они пишут с заглавной буквы. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.